на нас сегодня обрушилась просто какая-то стихия, ураганный ветер. Дождя почти нет, просто ураганный ветер. Уже вот с часов трех дней прекращаясь дует, порывы просто ужасные. У меня здесь снесло все мое изготовленное, все мои корпуса, все мои подкрышники и магазины, просто разметало здесь по участку. Это все надо будет собирать. Сейчас собирать не буду, потому что этот ветер ураганный сохранится до ночи. Я это не хочу сейчас все складывать, чтобы оно опять куда-нибудь рухнуло. И фу, да, в общем, теплица почти чуть ли не унесло тоже. В общем, все поразломало, поразметало, веток с деревьев насрывало. Немножко получилось поснимать то, что там происходило. Но не знаю, там видно или нет, потому что пытались все это заделать, теплицу починить и все это успеть, чтобы оно ничего не оторвало, потому что ветер был и сейчас продолжается просто жуткие временами. И к тому же сейчас еще жутко стало холодно. Не то, что холодно, было 18 градусов. Просто потрясающая погода была. Ну, ветер уже, конечно, с утра усиливался. Я даже с утра крышкой у карники получил так по голове. Она у меня открывается на чем она там? Я уже даже теперь стал забывать слова от такого удара. На леске она откидывается назад, причем под довольно вообще сильным углом, чуть ли она не параллельно улью стоит. Ее резким порывом подняло и со всего маху мне на голову, когда я осматривал семьи, так получил, что искры посыпались из глаз, но вроде как все нормально обошлось. В общем, дубак страшный, 6 градусов примерно, то есть резко с 18 градусов температура опустилась до 6. Сейчас вообще на улице абсолютно некомфортно находиться. И завтра весь день опять такая же погода. В общем, чувствую я, что весна может случиться точно такая же, как в прошлом году. И тогда мы не увидим ни меда майского, ни чего другого, урожая никакого тоже другого. Ну, конечно, не будем загадывать, кто знает, как оно все будет. Но пока, по прогнозу, ничего веселого нет. Ладно, все. Давайте посмотрим, что у нас все-таки там есть.